Сейчас мы попробуем сделать рюш без накидов, но со сдвигом нижней фонтуры. Так, простой ход. Провязываем ряд. Так, и сделаем, так, сразу, наверное, сдвиг не будем делать, сразу поставим на каретках плотность. Тут, в принципе, достаточно была плотность 6,6, но поставим давайте 7,7, потому что накидов не будет, пусть она будет более рыхлее. Так, и провяжем. Так, хорошо провязался ряд. И поставим сейчас, что нам надо поставить. Нам ничего не надо ставить на каретках. Плотность у нас же стоит. Каретки также ничего не меняем, как они стояли. Накиды не делаем, как в прошлый раз. Просто сдвигаем фонтуру нижнюю. Сдвигаем на H6. Изначально она стояла на H5. Сейчас на H6. Так, потом на H. Так, ну вот, достаточно. Вернем каретку. И перебросим иглы, так, для резинки 1/1. С нижней на верхнюю, с верхней на нижнюю. Проверим, чтобы все иглы нам стояли в нужном положении. Так, поставим на каретку плотность 2,2, ну или нет, 3,3 давайте поставим, чтобы... Так, 3,3, и все. Проверяем. Первый ряд проверяем. Снимем грузики и снимем полотно. Так, вот это вот у нас получается
Так, я сняла это изнанка. Так, изнанка, хвостик с этой стороны. Ну и растягиваем. Ну вот смотрите, оно гораздо красивее получается, мне кажется, чем прошлый вариант. Может, и не гораздо там, но тоже есть вот эти вот как накиды. Получается ровнее, не надо делать накиды. Так, сейчас сравним два варианта. В первом варианте, который мы делали с накидами, там немножко идет как бы вот скос, да, полотна в одну сторону. Не, оно, наверное, может и больше будет, если вот так вот потом между собой шить. Ну, то есть скос идет, а здесь более ровно. То есть, в принципе, можно и не заворачиваться. Не заморачиваться. Не заворачиваться. То есть вот это у нас вариант с накидами. Вот такое прям ощущение, что очень похожи они, да, между собой. Только что тут сразу, ну, видно, что нет этого скоса, а здесь сразу виден был скос. И вот сейчас. Ну, наверное, этот более будет фактурнее, такой более отчетливо виден. А этот у нас что? Ну, тоже. Тоже неплохой вариант. По крайней мере, петли ровнее выглядят. Точнее, ну, вязка сама ровнее. Ну вот, ну вот, какая у нас рюшь. Плотность можно поменьше и нитку тоже потоньше брать. Так, тут у нас, ой, лицо будет. Вот это изнанка, а это лицо. Так. Если брать как сами петли, то вот это вот как-то красивее, наверное.